Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ронин Последний Самурай. Так, как ты видишь, у меня 16-й этап. Враги нападают, а я не сдаюсь. Ай-яй-яй, не успел. Стоп. Да хорош. Чё-то они тут разбуянились, если честно. Причем не на шутку. Так, завалили. Блин, мне надо восполнить себе УЗ. Так, ошеломление. Давай-ка, наверное, увеличение силы мы с тобой сделаем. По идее, скоро должен быть у нас босяра, друзья мои. Хорош. Не, давай вот без вот этих вот. Неужели забомбить? Тихо. Ну, рубанули. Блин, где сферы жизни, скажи мне, пожалуйста, а? Я не вижу, ребят, чтобы они выпадали мне. Если мы сейчас до Босяцкого дойдем, я думаю, что вряд ли я его смогу одолеть. Так, у меня есть одна попытка на воскрешение. Придется ей воспользоваться. Ну, а что вы хотели? Еще этот там стрелок ворошиловский, блин. Все эти кранты. Все, дострелялся, олух. Блин, да что такое? Сколько же тут этапов? Скажи-ка мне на милость. Руби, 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 руби. Готов. Так, этого хлыща мы с тобой тоже завалили. Ну, пока вроде бы все нормуль. Так, 16, 17, 18. А вот, ребята, и босс. Убивать! Так, он же замораживает у нас, насколько я помню. Так, пора, наверное, ребята, нам кое-что с вами активировать. Погнали. Ах ты, жучара. Че он готовит? Воу-воу-воу-воу, ярость. Да ты запарил уже, а? Поехали. Неужели мне не получится опять его здесь одолеть, а? Какой-то дневаляшка, блин. Так. Блокирую, блокирую, я пытаюсь, ребят. Ну! О, он меня оглушил! Е! Нет, я не хочу умирать. Дух мести. Кумабы несломленный. Исполненный ненавистью дух павшего воина. А можно получить за первую победу. Так, ну мы с тобой получили. Слушай, у меня очень много наград. Сейчас будем вскрывать и смотреть, что нам здесь достанется. Ох ты. Так, веер. Парные мечи. Ну, естественно, сфера духа. Оцените. Так, позже все это будет. Так, что это у нас? Глава третья. Вы открыли рейды. Так, друзья мои, используйте функцию автобой, чтобы получить награды за уже пройденные главы. А вот это хорошо. Для завершения рейда требуется определенное количество времени. Обратите внимание, что во время рейда нельзя самостоятельно участвовать в сражениях. Провести рейды я могу, да? Ну, проверим. Добиваем оставшихся врагов. Вы не можете самостоятельно сражаться во время рейдов. 59 минут? Не, давай-ка мы с тобой закончим вот так вот. Ага. Все враги уничтожены. Так, друзья мои, судя по всему, мы тут с вами достижение получили. Я зарабатываю 20 тысяч монет. Новое достижение — Дорога к мести 2. Ядовитый лес. От этого леса веет злом и угрозой. Вот оно как. Да ладно, я могу прокачать или что, пробудить даже? Да ну. А, пробудить мы можем с тобой на мечи. Нет, мечи эти мне не нужны. А вот броньку я, пожалуй, улучшу. Да, накидка бродяги. Давай, наверное, и здесь тоже улучшим. Увеличивать получаемое золото. Угу. К
Крит урон 19, почти 20%, ребят. Это круто. Так, ну что, мастерство давай, наверное, еще с тобой посмотрим. Так, усиливает атаку на 50, повышает ОЗ на 250. Вот куда будем вливать? Увеличивает скорость атаки на 5%. Я думаю, что, наверное, скорость атаки на 50. Все? Все. Так, стоп. А, здесь не хватает, ребята, здесь. Или подожди-ка, в чем проблема? Поглотить. То ли мне не хватает, то ли... По-моему, не хватает. У меня всего лишь одна сфера, да? А там их нужно несколько. Поэтому так вот получается. Ладно, друзья мои, давайте-ка посмотрим, что у нас за следующая локация. Так. Ядовитый лес. Поехали. Здесь мы не были, поэтому сейчас будет очень интересно. Новые противники. Так, повышение здоровья. ОЗ на 30%. Или передвижение на 100%. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Точный удар. Увеличивает шанс крита удара на 25%. Вот собаки, а? Так, тут еще, смотри-ка, какой-то зомби. Ты видел? Так, ну с деньгами у нас вроде бы все норма. Тут, значит, зомбяцкие появляются. Ага. Конечно. Стрелок ты недоделанный. Получил свое. Мне вот интересно знать, что вот это, ребята, такое. Так, ошеломление, разящий удар. Повышение концентрации на 60%. Я думаю, что это будет лучше всего. Так, давай-ка, наверное, вот с этого начнем. Так, тихо. Да ё-моё, этот стрелок там запарил, если честно. Надо его ушатать. Готов? Готов. Тут еще ворон какой-то возле меня кружится. Это мой питомец. Так, ребят, какие-то новые эти. Оу! Это что такое? Да что тут происходит, блин? Ты-то кто такой? Что ты делаешь? Интересно. Он какой-то делает, ребята, круг под ногами. И этот круг, я не знаю, что... Что он делает. Так, повышение здоровья на 30%. Так, ага. Зомби. Вальнул. Да чтоб те. Ну, готов, паразит. Так, что мне дед даст? Интересно знать. Убийство увеличит урон по сильным врагам на 25%. Ваши атаки отнимают на 100% больше концентрации, но вы теряете... Нет, лучше давай вот это убийство. Прими эту силу, говорит старче. Уходим, 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 уходим. Да ты достал мне, зомбятина, блин. Я не могу понять, почему я делаю блок. Он должен, ребята, по идее, если он бьет мне в блок, он должен быть ошеломленным. Но этого у него не происходит. Может, на зомби это не действует? Все ваши атаки отнимают на 30% больше концентрации. Ну вот. Оу-оу-оу, а это еще что за... Что это за... Ох! Для меня это какой-то новый враг. Что он делает? Не могу понять. Он такой-то не со всех сторон. Я ничего не могу сделать, ребят. Где он? Какой-то странный противник, если честно. Какой-то жаба, не жаба. Фиг поймешь, кто он такой.
Исчезает в дыму. Так, три зомби. Почему, блин, не срабатывает удар? Объясни мне, пожалуйста, а? Он должен, ребята, срабатывать, но не шиша. Почему этого не происходит? Не знаю. Я знаю только одно, что у меня очень мало здоровья. И я знаю, что меня сейчас, по-моему, распишут. Так, отдых восстанавливает 60% ОЗ. Так, ну здесь ладно, здесь-то все понятно. Готов? Блин, нифига себе. Вы что, решили меня тут заколоть, что ли, со всех сторон? Да вы достали, а? Да подожди ты, блин. Все, меня, ребят, тут задубасили. Так, возродиться. Давай. Возрождаемся. Мне просто нужно дойти, ребят, до босса, хотя бы глянуть, что он из себя представляет. Не понимаю я, почему не срабатывает удар. Просто не понимаю. И сферы мне дают. Воу-воу-воу. Что он себе... Что он делает? Ух. Тихо, отходим. Так, ядом плюется. Так, отходим. Хотя можно было бы его, наверное. Почему? Да иди ты, господи. Наверное, надо нам. Так, он идет ко мне, за мной. Так, отойдем от него подальше. Ну это зомби, ребят, какое-то явно дело зомби. Так, тихо. Так. Почему мне так мало, друзья мои, точнее, не то, что мало. Вот, видишь, что происходит? Хотя я урон не получал. Понял я теперь, почему такое происходит. Ну, чё ж ты не отходишь-то, дурачина ты, блин. Еще раз меня так оглушат, ребята, это будет финиш. Отойди ты. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем вот этот удар. Навык уничтожения. И все? Это был навык уничтожения? Вы серьезно? Короче, какой-то нудный босс, если честно. Да хорош ты со своей кислятиной. Да уж, хорош. Так, вот оно. Уходим. Да ты будешь двигаться-то или нет? Опа. Это что у него за комбо сейчас было? Обманул я его здесь. На! Гррррр.
Понятно. Получили мы с тобой еще, ребята, одну сферу. Впитывает энергию, блоки заполняет шкалу навыков. Так, повышает концентрацию. Ну и дальше. А дальше только сложнее будет все, друзья мои. Как вы хотели-то. Ой, опять эти крибли-крабли. Ну, бить-то будешь ты сегодня или нет, блин? Так, иди сюда. И что он делает? Появляется именно за спиной и начинает атаковать. За серией такие. Плохо, ребята, плохо. Ресаемся. Я не знаю, зачем я это трачу, ребят. Все равно мне здесь, в принципе, не пройти. Оборзел, что ли, там? Тройную атаку он не делает. Ну, удар со спины, нормально. Что-то уровень вообще еле-еле растет, ребят. Так. Поехали. Раз, два. А фиг ли ты? Короче, ребят, расколбас, да, начинается? Запинали как сосунка вообще, ребята. Но зато мы получили с тобой новый уровень. Вернуться на лобби. Да вы достали уже, не буду я ничего оценивать. Заколебали, блин, со своей фигней. Так, ну что у нас тут? Расщельна хаоса, земля вспышек света. Так, это наше испытание. Стоп, я что сейчас сделал? Хотите получить эту способность, Орлин? Упрощает осуществление контратак и парирование. Бесплатно, давай. Так, и что? Что вы тут мне предлагаете? Все, я вспомнил, ребята. Здесь мне делать нечего. Здесь, короче, нужно так сделать, чтобы... Как тебе объяснить-то? Одной заходкой пройти все. Это типа событие такое, знаешь. Это не для меня. Так, а мы с тобой можем пойти еще, например, отправить нашего бойца. Так, кстати, насчет мастерства. Поглотить. А, поглотили. А теперь нужно сферы 3, да? Если увеличим силу атаки на 150. Слушай, ну это кучеряво как-то получается, если честно. Что интересно, он сюда втыкается. Может быть, еще один веер? Нет. А что тогда сюда можно воткнуть? Непонятно. Так, поезд. Ну, поезд, понятно, я не могу, ребята, потому что... Вот у нас тут стоит. Увеличивает получаемое золото. Ну, уровень получили, и все. Наверное, ребята, можно и отдохнуть чуть-чуть. Кстати, по идее, когда мы с тобой получаем уровень, чего нам не хватает? Тренировка. Так. А, следующая будет на 16-м только уровне. Вы что, серьезно, блин? На 16-м уровне, друзья мои. Окей. Ну что же. Тогда давай, наверное, будем с тобой закругляться на этом месте. Надо будет еще немножко подкачаться и, как говорится, попробовать пройти этот этап. Я еще как раз, ребят, за кадром потренируюсь, и, возможно, мы с тобой пройдем.
Земле шипов. Земле шипов. Или что у нас тут? Расщелина хаоса, да? Угу. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.